Развивать историческую науку, бороться с фейками и фальсификацией намерено Казахское историческое общество, о создании которого сегодня было объявлено в Астане. По словам инициаторов, его задача – стать лучшим экспертным сообществом страны, которое объединит видных исследователей, интеллектуалов и документалистов для объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории. Вся активная деятельность новой структуры будет направлена на сохранение национальной идентичности казахстанского народа. Представители объединения заявляют, что конкурировать с уже действующими академиями и ассоциациями историков не собираются. Напротив, они настроены на тесное сотрудничество. Мы не пытаемся заменить собой Академию наук, да, или там какое-то официальное учреждение, да, которое будет говорить, что это правильно, это неправильно. Да. Это гражданское сообщество, да, в котором мы будем понимать, что сюда входит в эти ряды, ну, наше сообщество, мы принимаем не единоличным решением, да, все вместе, да, понимаем, кто реальный исследователь, да, видный, да, кто популяризатор действительно правильный, допустим, да, а кто на самом деле относится к разряду беллетристики.